что, во-первых, я очень часто через всех наших преданных здесь, и великое счастье знать, что когда ты не приехал, ты встретишься с преданными единомышленниками. Но еще большее счастье – это когда мы учимся духовного общества. Однажды, когда Рамананандрай беседовал с Махапрабху, это Рамананда Самбада, одна из самых удивительных бесед, по сути дела. А почему удивительных бесед? Потому что нам кажется, что духовное знание, ну, вообще в материальном мире все обычно говорят, старые добрые времена, вот в Ведах были мудрецы. Но это не совсем так. Дело в том, что мы знаем, что как минимум процесс прогресса, он поступательный, то есть такой некий круговой. И поэтому драматурги так говорят, они говорят, что грешники становятся святыми, святые становятся грешниками. Это такая драматическая идея, да, что мы с вами поднимаемся до какого-то уровня, потом оп, можем стать жертвой деградации. С другой стороны, есть более глубокая идея. Она говорит о том, что духовное знание, оно, несмотря на то, что являет себя в разные времена по-разному, нужно понимать, что Господь им по-разному себя открывает, иначе не было бы огромного количества аватаров, нисхождений, явлений. Это только в таких современных кальюжных религиях, иудейских, арамических, типа христианства или ислама, там есть такая идея, что вот пророк только один, и нет другого пророка, только один Христос. А Шрила Чайтанья Махарадж сказал, ребята, как вам насчет того, что существует некий мир, где каждый, как минимум, стартует с этого плана. Скажите, как это? Это возможно? Это возможно, что... И главное, что среди всех этих выдающихся освобожденных душ существует еще безграничная градация. Вы скажете, насколько это возможно? Мы скажем, ну, давайте проанализируем Священное Писание, например, Гарга Самхиту, и увидим, кем были гопи Вриндавана. Есть такой целый там раздел в Гарга Самхите. Там, например, там девушки Медхилы, девушки Айодии, мудрецы леса Найшарани. Представляете, да, Рамачандра пришел в лес Найшарани с Ситой, и навстречу вылезли мудрецы. Ну, примерно время прихода Рамачандры, примерно сколько там, столько-то, 100 миллионов лет назад это произошло, ну, предположим. Причем в ведическом летоисчислении, если вы обратите внимание, те, кто были в Индии, они знают, что индусы считают по-другому. Знаете, как индусы считают? Если вы скажете, сколько это стоит, вам никто не скажет, что это стоит 100 тысяч рупий, вам скажут эк лак, один лак, одна сотня. И там есть такие числения, одна сотня, две сотни, один миллиард, 100 миллиардов. Почему? Потому что физики, они говорили, индусы научили нас считать. Они считают удивительным образом. Они могут сказать, ну, столько-то миллиардов, столько-то триллиардов, столько-то того. В их культуре это было всегда. В современной европейской культуре такие понятия, как там миллион, миллиард, появились относительно недавно. Ну, потому что никто из европейцев, тем более там греки или римляне, не оперировали такими категориями. Но в Индии это было всегда. Индусы всегда оперировали категориями. Поэтому Пураны говорят, там, в прошлом творении, как в русских сказках, давным-давно. Ну, когда это было давно? А что такое слово «давным»? Ну, поэтому Пураны, они говорят, давным, ну, примерно там 100 тысяч лет, когда я пришел на Рамачандра, и все мудрецы из пещер повылезали, все такие там с дредами, лохматые, бородатые, такие, которые там аскеты. И вдруг они увидели Рамачандру, и вдруг они почувствовали бесконечное влечение к нему как к возлюбленному. Они не были геями, но они так захотели его обнять и поцеловать. И он сказал, так, ребята, подождите, спокойно. Сейчас я не могу, потому что так... Сейчас я, говорит, не могу, потому что у меня одна сита. Но через многие-многие миллионы жизней, когда я приду через миллиард лет как Кришна, вот тогда вы сможете родиться моими возлюбленными гопи. И мудрецы приняли эти благословения. Вот. И стали гопи. Поэтому апсары, женщины-медхилы, женщины-айодхи,
различные великие мудрецы, все они в той или иной степени обрели благословение. И когда Кришна пришел как Кришна, он пришел со своими вечными спутниками, но он дал возможность новым душам соприкоснуться с его нити-лилой. Ну, есть такая идея, как человек попадает в духовный мир. Некоторые думают, что он может попасть в духовный мир. В духовный мир можно попасть, но не на Голоку Вриндавана. Почему? Потому что Голока Вриндавана – это не духовный мир. Это гораздо более, чем духовный мир. Скажете, а что может быть больше, чем духовный мир? Дело в том, что духовный мир – это совершенное. Но в мире Кришны совершенное не катит. Совершенного неинтересно в мире совершенного. Поэтому Кришна, он всегда синтезирует реальность. С одной стороны, это Голока, а с другой стороны, ему нужно совместить ее в Гокулу. Ну или то, что делают писатели-фантасты, там сейчас там Hunger Games, знаете, игры в реальном времени. То есть это самая такая крутая идея. Не просто игры. Когда мы играем с вами гейм, это одно дело. Там, когда мы играем, например, там, в пряжку или в догонялку, а если я за вами бежит монстр с дубиной, вот тогда настоящие догонялки начинаются. А если ты там играешь, это одно дело, но когда за тобой... И поэтому то, что делает Кришна, он всегда накладывает две реальности вместе. Для совершенного ему интересен как диджейский такой блендинг, когда мы берем совсем несовершенное, Гокулу, там, где демоны, и соединяем это с Голокой, и тогда получается крутой замес. И поэтому Санатана Госвами он пишет, что не думайте, что в духовном мире остался изначальный Вриндаван. Нет. Кришна оставил там копию духовного мира. Ну, Кришна же может cut and paste не меньше, чем он может cut and paste всю реальность. Поэтому Кришна скопировал духовную реальность, а сам со всеми своими спутниками, то есть, почему он делал это не раз, когда были пастушки, когда пришел Брахма, Брахма увидел Кришну и подумал, вот этот ребенок со своими вот этими коровниками, друзьями, это что, верховная личность Бога? Это что-то про того, про кого я пишу писание? Это то, о чем я читал или слышал и медитировал? Ну, Кришна ничего не ответил, он играл в свою игру. Но Творец Вселенной подумал, я не могу это признать. Как великие умы говорят, мы не можем признать Бога. Мы должны его ощутить или увидеть. Он должен подать нам знак. И Кришна подал ему знак. Как Кришна подал ему знак? Ну, очень просто. Когда Брахма украл пастушков и телят, Кришна тут же распространился в пастушков и телят. Да, и он сыграл с Брахмой злую шутку, потому что когда Брахма спрятал пастухов и телят в пещере, он приказал своим слугам сторожить их. И когда отправился смотреть на то, что же происходит на самом деле с Кришной, ну, я забрал твои игрушки, посмотрим, как теперь ты будешь плакать, мальчишка. Ну, это была идея Брахмы. Но идея Кришны была очень простая. Он появился в тот момент, как только Брахма ушел, и сказал, да, кстати, не забывайте, друзья, что демоны, которые попытаются у вас украсть этих пастушков телят, могут даже принять мой облик. Так уж, если кто-то появится, дубасьте его по полной программе. Вот и что произошло с Брахмой. Когда Брахма вернулся на Землю в считанную секунду, там его, так сказать, телепорты, трансформация тоже какое-то время забивает, вдруг он увидел, что такое, не могу понять. Тот же самый Кришна, те же самые пастушки играют. Детская игра не остановилась, хотя я забрал все его игрушки. Откуда он взял новые игрушки? И писания говорят, пока это происходило, был один год. Но у Кришны был коварный план, как всегда. Почему? Коварный план заключался в том, что все женщины Вриндавана и все возлюбленные коровы очень хотели, чтобы Кришна стал именно их возлюбленным ребенком или теленком. Кстати, ну, как Кришне было стать теленком, если коровы хотят, чтобы он был их теленком? Это невозможно. Но нет ничего невозможного для Верховной Личности Бога. Что он сделал? Будучи сверхдушой всех живых существ, он вдохновил Брахму на это удивительное воровство. Для чего? Паритраная садунам, винашая чадушкритам. Паритраная садунам, я хочу явить себя своим преданным. Иногда мои преданные никогда не придут ко мне, они никогда не скажут, там, женщины Вриндавана не могли бы прийти к матери Ишоде и сказать, слушай, отдай мне своего сына, как бы я хочу его понянчить, там, покормить его своей грудью, или там, давай я буду матерью, а ты пойдешь там, иди в лес, там, или езжай на фестиваль куда-нибудь, там, на концерт, вот тебе билет.
Никто бы не смог претендовать на положение матери Ешоды, никто бы не смог претендовать на положение Ананда Махараджа, но все хотели быть столь близки к Кришне, и Кришна сделал именно это. И поэтому он лично сам распространился в каждого теленка, в каждого пастушка, и этот год, все это происходило год по лету исчисления людей. Надо помнить, что леты, что боги тоже подвисают, они притормаживают. И вот пока Брахма там притормаживал в перелетах межгалактических, да, там, хотя это все было очень быстро для него, но для мира смертных это год. Почему? Потому что нара-лила. Кришна, он в своем времени, да, то есть Кришна не хочет растягивать время в вечности, он хочет его компрессировать и сжимать так, чтобы это было, ну, понимаете, да, время – это очень такой субъективный фактор. И поэтому Кришна, он проявляет нара-лилу, человеческую игру. Там он не стоит и говорит, там, типа, я Бог, ну, там, через миллиард лет сделаем это. Нет, он в своем временном периоде живет, и он создает свой временной период. Поэтому всем кажется, что мы живем-то, на самом деле, короткую жизнь, но нам кажется, что мы живем очень долго или вечно. Это все относительные фишки Кришны. Но в своей лиле, в человеческой лиле, он в высшей степени эмулирует. То есть нужно понять, мы по образу и подобию, мы фактически как он. Он нас создал фактически такие же, как он сам. Это удивительно. То есть он не стал делать нас какими-то там имбецилами там, или трехлапами какими-то. Ну, вот, он создал нас такими, как он является. И он сказал, у вас есть бесконечный потенциал. Даже ваши тела иллюзорные, они будут очень похожи на реальность. И вот Кришна совершил это удивительное деяние. Брахма, появившись перед пещерой, а слуги предупреждены были, что смотрите, даже если я появлюсь в образе Брахмы, можете смело дубасить. И что сделали? Собственные слуги отдубасили Брахму. Мало того, что он как бы увидел, что он никаким образом не повлиял на Кришну, его вторая была реализация, можно получить по роже от собственных коллег. Потому что они были полной уверенности, что это и есть тот самый демон, про которого предупреждал нас Барин. Вот. И поэтому Брахма, сброшенный там с лестницы, подумал, что это вообще происходит с Творцом Вселенной, кто так себя может вести. Но в какой-то момент в его сердце закралось некое сомнение, а вдруг это и есть верховная изначальная личность Бога. Когда мы будем читать Брахма Самхиту, Ишварах, Парамах, Кришнах, Сачитананда, Виграха, Надир, Адир, Говинда, Сарва, Карни, Карни, Гасвами Махарадж сказал интересную вещь, что в этой мантре Ишвара Парама Кришна – это как бы, ну, не самое главное. Анадир Адир Говиндам. Говинда – это тот, кто удовлетворяет чувства всех живых существ. В этом есть суть биджа. Да? То есть мы можем сказать «верховный», «всемогущий», но так можно обратиться к кому угодно. В конце концов, мы можем назвать его Кришной. Но Кришна – Кришне рознь. Один Кришна рассказывает Бхагавадгиту, другой Кришна подстрекает пандавов. Давайте быстрее начинать войну. Как бы, ну, будем мы воевать или нет? Вот. Третий Кришна совершает какую-то другую деятельность, но где же изначальный Кришна? Говинда. И если вы знаете, божество нашего изначального гуру Рупа Госвами – это Говинда. Почему? Это божество чувства коров. Го, ну, у нас есть такое понятие говно или говядина, это связано с коровам. Но го – это также чувство. И поэтому Писания говорят, что на самом деле все, что мы ищем, это пищу для чувств. Да, сейчас интересная такая реальность, потому что, оказывается, пищу для чувств можно продавать не обязательно объективную, можно продавать субъективную. Ну, кино, там всякие райды, картинки, заставки, музыку. Это пища для чувств. И это люди готовы платить за эту пищу реальные деньги. Хотя, ну, там, что такое музыка, да, это там файл или кино, там лампочки играют. Но тем не менее мы понимаем, насколько это наш захватывает наши чувства, насколько нам любая история нам нужна. Да? Но представляете, лила это пища, абсолютная пища для чувств. Поэтому, когда Кришна лила пробуждается в сердце человека, это как некий файл открывается, и он начинает созерцать вместо Пракрита лила, а пракрита лила, трансцендентную лилу. И поэтому Бхактивинода Тхакур объясняет, что не думайте, что лила Господа, она где-то происходит субъективно. Декарт, он говорил, что мир в уме, а Бхактивинода еще круче объяснил.
Декарт сказал, что мир в уме. Гегель задал вопрос, а в чем? И Данди Махарадж хорошо, хорошо передал один мультфильм «Смешарики», где там один персонаж сказал, что типа «я творец, я творец, я творец». Ему смешарики говорят, а почему ты творец? Он говорит, потому что я вас всех сотворил. Вот видите, вот этот смешарик приходит, сейчас он скажет слово какое-то там, типа, офигительно. И смешарик пришел и сказал действительно слово офигительно. И все остальные смешарики чуть ли мы не поверили, что он творец. Правда, тот чувак, кроме слова офигительно, ничего другого говорить не мог. Да. Ну вот. Но суть этого послания состояла в том, что потом с этого смешарика развенчали, потому что поняли, что реальность без него существует. И также мы, многие люди говорят себя там творцами, там, теми, кто мониторит реальность. На самом деле, как говорил Гуру Махарадж, он цитировал Гегеля, что абсолют сам по себе, сам для себя, сам во имя себя. Поэтому если Декарт сказал, что мир существует в уме, то Гегель сказал, а в чем уме он существует? В твоем? Ну да, частично проявлен в твоем сознании, безусловно. Но с высшей точки зрения ты не можешь сказать, ага, там, я тебя забанил, и ты перестал существовать, а я забанил тебя ВКонтакте, все. Может быть, ты перестал существовать для меня, или я переставал существовать для тебя, друг для друга. Но если мы говорим о пурном, о целостном мире, то он существует в уме Творца. И поэтому веды говорят, выдох и вдох Махавишну. Представляете, мы, как вот вирусные клетки, какие-то там грипп, он переносится через вдох и выдох, и бациллы, там, бактерии, они во вдохе и выдохе могут родиться и умереть бесконечное количество раз, потому что они ничтожно малы. Также мы, будучи ничтожно малыми живыми существами, на самом деле все вселенные наши, представляете, какие объемы и форматы, почему в Индии, чтобы считать материальный космос, нужны другие исчисления. Но когда мы говорим о космос-субъективном космосе, в Индии другие категории. И поэтому отсюда появляется слово «давным-давно». Там триллион лет, миллиард лет. Это несерьезно. Вам это кажется. Давайте исходить из того, что есть некое существо, которое вдыхает космос и выдыхает космос. Exhale, вдох, выдох. И в этом живет бесконечное творчество миров. Вас это устраивает? Такой сюрреализм. Но человек говорит, я не могу это представить, поэтому всегда нужно масштабировать. И очень круто писание они масштабируют. Они говорят, ну хорошо, давайте говорить о нашем мире. Вот представляете, во Вриндаване люди смотрят на облачко, серое облачко. И некоторые говорят, а говорят, это Махататва. Помните, как в фильме Гопал? Говорят, это материальный мир, где куча живых существ, которые забыли про Кришну. Говорят, как можно забыть про Кришну? Только сумасшедшие могут забыть про Кришну. Тем не менее, прикольное облачко. А что еще такое? Или говорят, что материальный мир – это не более чем копытце теленка, в котором вода. Почему копытце теленка? Потому что вода имеет немаловажную роль в этом мире материи. Да? Ну, как бы. Но тем не менее, если мы представим с вами, что мы живем в том маленьком таком нано-копытце теленка, и ну, как вот бабочки-однодневки. Да? В Таиланде там есть такой день один, несколько дней в году, когда все эти бабочки-однодневки из муравьев становятся бабочками, потом умирают. Там целый на улице вот такой слой их. И уже такие птицы объевшиеся валяются. Там, типа послал творец там. Thanksgiving. Там, мясо падало с неба. А еще говорят, что нет Бога. Ну. И тем не менее, объемы, масштабы. Вот, поэтому следует помнить, что мы крайне незначительные живые существа, но для Кришны это не помеха. Это не помеха для Кришны. Хотя там все религиозные деятели пытались там собор Парижской Богоматери, что ты должен зайти и увидеть там потолок на 30 метров или 40 метров, там, включаем орган, там, ты должен почувствовать себя клопом, там, типа. Или буддисты хотели сделать большого Будду, там, что ты ходишь вокруг ноги его, или там в горе сделать Будду. Да, это впечатляет, потому что это масштабирует. Но так как масштабирует Кришна, и тем не менее, удивительным образом, Брахма, Творец Вселенной, он не смог со всем своим интеллектом, представляете, да, то есть какой интеллект, у него только интеллект.
чтобы создать все формы материи, чтобы создать всю эту, как бы, ну, такой огромный Photoshop, огромный 3D Max, да, то есть все это зарендерить, замоделить, и при этом, по большому счету, не создать ничего. Почему? Потому что, ну, все знают, что все виртуальное – это просто прах. Но, с другой стороны, можно сказать, это не более чем идея, а что-то является самое ценное. Если, ну, сейчас возникает вопрос, на самом деле, там, ну, многие говорят, типа, вот, digital art – это не арт, вот, там, когда ты берешь настоящий холст, там, типа, растираешь там навоз, смешиваешь его с хной, получаешь зеленую краску, там, растираешь, ну, потому что мало кто представляет, например, тех же самых голландских художников, почему они были, учились по 20-30 лет живописи, потому что не было же там магазина Рембрандт или какого-то там Передвижник, да, там, или Утрехт, или Перл, как в Америке, заходишь там в арт-магазин, и там, какую вы хотите краску, французскую, акрил, масло, там, гуашь. Да, когда-то кто-то там из великих мастеров, типа Тициана, сидел там где-то в Италии, он там химичил с этими красками, с лаками, с деревьев, да, то есть, и, конечно, это было чудо, когда человек мог там взять какое-нибудь там говно летучей мыши, смешать его с синим кобальтом и получить потрясающий там какой-то голубой цвет, и, ну, вот там, и там королева какая-нибудь страшная приходила, он ее мог там... Ну вот, поэтому там церковь, там чу-чу-чу, ну вот, портрет кардинала, портрет короля и там Тициан, старый еврей. Следующий, next. И, ну, и к нему попадали такие великие люди, как Аль Греко, и Греко-грек. Ну, вот. Но считалось вообще, что только итальянцы это могут делать. Но потом рошенки научились, приехали там типа, давай. Ну и все. Взяли, привезли сюда пару итальянцев, отняли у них документы. Вот. А вы не знаете, как? Первые каменные строения, которые построили князья в Москве, туда пошел маленький царевич, там, типа, пописать забора. Ну вот. И ему крупно повезло, потому что она полностью разрушилась, когда он пошел писать заборы. Первый храм, он разрушился полностью. Ну вот. Ну и поняли, что, как бы, выглядел он, конечно, каменным, белокаменным, но, как бы, все-таки, как правильно лачить кладку знали только итальянцы. Ну и барин, как бы, московский пригласил итальянцев, ну а потом сделал им небольшой, как бы, комплимент. Ну, после Василия Блаженного всем выкололи глаза, а Фрязем, это Фрезини, архитектор римский, им сказали: ребят, извините, стратегический проект, объект, поэтому либо русское гражданство, как у Депардье, либо покажи им там, машина там, дыба. Ну вот, и некоторые из них с тех пор там Растрелли, Боттичелли, Бенуа, так и поселились итальянцы в России, но потом, как бы, спились, поженились на русских тетках, обрусели. Я помню, с одним из Бенуа дружил в Нью-Йорке, Никита Бенуа, хороший парень, вот, из династии архитекторов. Так они попали сюда к нам, ну, как бы, на такой климат. И тем не менее, любой синтез, он рождает там питерский стиль архитектурный, потому что здесь там и Дания, и Италия, и Голландия. Вот, то есть, и мы не можем сказать, что это чистые, в чистой форме Рим. Многие, кто, например, были в Риме, они понимают, что такое Питер. Некоторые думают, что это Питер, а это Питер. Когда приходят в Рим и говорят, так это же Питер. Можно сказать, ну, частями это Питер немножко, да, там все эти там медные всадники, там лошадки, эти мостики. Ну, то есть ты понимаешь, откуда все это было, но при этом, как бы, такой свой гранит, свой, как бы, колорит, и все это рождает свое что-то. Поэтому, когда мы говорим о сознании, оно в состоянии синтезировать какие-то вещи. Все равно есть такой момент еще, что вы переживаете о сознании Кришны. Даже если вы видите там римскую какую-то колоннаду, все равно в своем видении она приобретет определенное, сказано, что истина, она окрашивается в сознании воспринимающего. И поэтому для кого-то Кришна – это маленький мультфильм Гопал, для кого-то Кришна – это что-то такое. Ну вот. Но для кого-то это объективная верховная личность Бога, трансцендентная, живая. И
Главное, что Кришна, он отбрасывает от нас вот эти вот, ну, там, мосты, километры, миллиарды, там. Кришна никогда не говорит, знаешь, я безграничная. Там, типа, мальчик выиграл на лотерее, там, ужин с Майклом Джексоном. Ну, там, типа, они сидят с Майклом Джексоном в ресторане, мальчик там, типа. А вы действительно настоящие. Майкл, спокойно, спокойно, мальчик. Все будет позже. Можно я вас потрогаю? Можно, мальчик, потрогаю. Может, я тебя сам потом потрогаю, но после ужина. Сейчас давай официальная часть, как, все как в МТВ. В общем-то, смотри, я должен буду подписать тебе свои пластинки. Мальчик там. Вы действительно это сделаете? Мальчик, ты что, идиот, что ли? Если бы я не хотел написать тебе пластинки, тебе бы дурака не привезли. А там бабушка, мама, как мы его оденем? Там типа, там, смотри, если Майкл задаст тебе такой-то вопрос. Там, ну, мы хотим в такую категорию привести отношения с Богом? Нет, мы не можем перевести такую, в такую категорию отношения с Кришной. Мы должны понять, что когда Кришна являет себя в какой-то момент, он являет себя так, что тот, кому он являет себя, он думает, это мой друг, это мой возлюбленный, это мой односельчанин. И поэтому, когда Кришна явился на Колизее Камсы, и там проходили гладиаторские бои, и открылись двери, и они увидели Кришну Баларама с бивнями слона, которыми они только что его уже убили, окровавленные, они увидели двух великих героев, то такой есть, кстати, интернет, достаточно интересный сериал. Я не особо люблю смотреть телевизор, но исторические фильмы люблю. Достаточно неплохой сериал «Гладиаторы». Там, ну, понятно, как ликует толпа, там женщины, они там срывают с себя одежды, там мужчины, там, ну, понимаете, да, то есть, что нужно было? Нужна была кровь, смерть, адреналин, ну, как бы, да, всем такой. Но когда люди видели Кришну, представляете, что было? Мудрецы, они сказали, все, это Парам Брахман, верховная абсолютная истина. Йоги подумали, тот, на кого мы медитируем, он, это он, 100%. Мы никогда не могли его увидеть, но когда мы видим его, мы знаем, что это он. Пастушки Вриндавана подумали, там, типа, это же Кришна, односельчанин, сейчас она всыпет. Ну вот, да. Но женщины Мадхуры, они подумали, это самый альфа, в общем, мужчина. Мы никогда не видели столь, ну, в целом, один из великих философов сказал, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны, вот. Но это не является подлинным эталоном. Кришна действительно настолько красив, что, ну, на самом деле, мужчины, они мало могут ценить красоту. Женщины, они ценят красоту лучше. Интересно, есть такая аналитика, как, значит, люди рассматривают рекламу. И, значит, одни там испанцы или итальянцы, ну, как всегда, умные такие, как бы, они сделали такой некий скрин, который называется eye contact. Ну, и там показано, там такой интересный момент, значит, как рассматривают рекламу мужчины. Там, если там какая-то красивая там, та самая девушка, сразу они смотрят на задницу и в деталях не разбираются. А девушки, они осматривают абсолютно все, в чем она одета. То есть они просто отмониторивают все. Поэтому маркетологи пришли к выводу, к тому, что у мужчин есть только одна нижняя чакра, где надо писать там типа «Кока-кола». Ну вот. А если ты рекламируешь что-то женское, то ты можешь как бы, ну, там, даже небольшие какие-то объекты, они будут все равно рассматривать. И поэтому там в этих журналах, там, кофточка оттуда, это отсюда, там, то, это оттуда и так далее. Это реклама в большей степени рассчитана на женщин. То есть восприятие разное, красота в глазах смотрящего. Но мы сейчас говорим о другом, мы сейчас не говорим там разницы между восприятием мужчин и женщин, рекламу, мы говорим о том, как люди увидели Кришну. Потому что Кришну можно увидеть так, как он себя явит. С одной стороны. А с другой стороны, Кришна, помните о том, что он всегда являет себя каждому персонажу по-своему. И поэтому удивительным образом каждый увидел Кришну. И ни у кого не было сомнений. И поэтому
Женщины подумали, что это самый красивый мужчина, которому, ради которого стоит жить. Но гопи, они сказали, нет, это наша возлюбленная, это наш Кришна. Столь глубокое чувство любви к нам. И естественно, когда вышли ужасные гладиаторы Муштика Чинурака, ну, такие просто убийцы, то весь зал закричал: нет. Почему? Не должны столь прекрасные юноши, 16-летние, полные любви, эти удивительные, как они могут воевать с этими профессионалами, посмотрите на этими убийцами. Но Муштика и Чинурака сказали: мы знаем, что ты верховная личность Бога. Кшатриям сукинам партха, в Бхагавадгите сказано, великий кшатрий, Кришна говорит, настоящий кшатрий, он только ищет достойного противника. И поэтому они сказали: мы знаем, что ты верховная личность Бога, и мы готовы принять смерть от твоей руки. Это как в японских фильмах, там один спрашивает великого самурая: вы и есть Миямамото Мусаси? Он говорит: ну, типа да. Он говорит: я слышал, что у вас есть атака цапли. Это когда незаметно справа налево рассекается шея. Он говорит: ты хочешь посмотреть на нее? Он говорит: ну, типа, а почему бы и нет? Тш, свой меч. Окей, он ходит с мечом. Тот. Миямамото Мусаси. Тот типа: о, спасибо за урок. Чисто японская тема. Ну вот. Потому что как ты хочешь ощутить атаку цапли? Как ты хочешь? Так же Кришна, он как атака цапли. А, ты хочешь ощутить соприкосновение? Ты хочешь битвы со мной? Не так легко биться с Кришной. Поэтому хотя они были асурами, Муштика Чинурака, они были убиты Кришной. А помните, быть убитой Кришной – это особый приоритет. Поэтому эти гладиаторы сказали: да, мы готовы быть убиты с тобой. Но никому это не нравилось. Толпа закричала: нет. Ну, все как в фильме «Гладиатор», Кришна сказал: Шанти Баба. И Камса в этот момент, он почувствовал, что смерть. Там. После того, как Муштика и Чинурака были убиты, самые сильные генералы Камса бросились на Кришну и Баларама, тут же обрели смерть. И тогда Кришна запрыгнул прямо туда, где на верхнем пьедестале, где был Камса. Не знаю, как он это сделал, возможно. Это могло быть очень красиво. Это мог быть бежащий какой-то на него воин, которого Кришна использовал как воздушную лестницу. Ну вот. Недавно видел в интернете прикольный такой ролик, как китайский спецназ лазает через 4-метровые заборы. Такой, как три клоуна. Один подбегает, типа встает, другой подпрыгивает за стенку, третий за его ногу, и они уже все втроем перелезли, помогая друг другу. Ну вот. 4-метровая стена, это как так, ну, есть технологии. И так или иначе, Кришна победил Камсу, он Браджаджана Палана Асура Кула Нашана, да, он друг Браджаджанов, но он Асура Кула Нашана, он побеждает Асуров, потому что без Асура Кула Нашаны, без борьбы не существует жизни. Но Гитлер написал книжку «Май Кампф», «Моя борьба», да, такая, ну, книжка там. Гитлер пытался объяснить, почему он борется, там, с кем он борется, как он борется. Но Виджай Роман сегодня сказал в машине, очень хорошо сказал: религия – это добровольная борьба с собой. Только это и есть религия. Потому что, когда религия объявляет войну, там, священную, джихад, там, или крестовые походы, или там, мы сейчас всех зачморим, потому что они не кришнаиты, религия перестает иметь смысл. Потому что религия всегда это внешнее, это внутреннее. И вот такова же причина Кришны, это внутренняя исполненность. Он хочет явить любовь своим преданным. Он хочет сражаться с теми, кто ищет битвы с ним. И он готов наградить их по-настоящему. И речь не идет о поддавках.
как-то описано сражение, там равные и прочее. Зачастую Кришна проигрывает демонам в какой-то момент. Почему? Чтобы показать их славу, чтобы показать их положение. Но так или иначе, как бы драма устроена так, что Кришна, благодаря своим преданным, берет всегда верх, добро всегда побеждает, хотя как бы нам трудно в это поверить в современном мире, но это так. И Кришна являет себя, он являет себя по-разному, поэтому Брахме он явил великому мудрецу, он явил через полную иллюзию, да, он ввел его в иллюзию. И когда Брахма раскаялся, кто же я такой, я творец, помните, это как это, тварь я смердящая или право имею, он сказал, творец я вселенной или кто же я? Кришна ему сказал, на самом деле ты и я, это ты часть меня, я создал тебя. Да? И Кришна пролил удивительную милость, потому что Брахма не может просто так увидеть Кришну. Для того, чтобы, если мы начнем читать Бхагавата, мы увидим, что на берегу Молочного океана, где возлежит Кришна, Вишну, который в сердце каждого, боги туда идут молиться, на Молочный океан. И там они поклоняются. Кто там, Гарба Дакшая Вишна или Карана Дакшая Вишна? Притху. Гарба, Карана. Вот. И также тот же самый Махавишну, который возлежит внизу Вселенной, в самой темной области Вселенной, он украл сына Брахмана, чтобы увидеть Кришну. То есть Вишну похитил сына Брахмана, чтобы Арджуна с Кришной спустились, и Вишну хотел посмотреть на это действительно ты? Ты действительно пришел? Ты можешь дать мне свой даршу? Представляете, Вишну, он хотел увидеть Кришну. То есть, поэтому мы скажем, что с какого положения Кришна, ни боги, ни мудрецы, ни, никто не может. Кришна исчезает с танца раса. Молитва Радхарани говорит, Кришна, я так и не достигла тебя, я не смогла тебя достигнуть. Поэтому даже будучи во Вриндаване, Кришна остается совершенно неуязвимой личностью. Мы думаем, что мы тут там Кришну поставили на алтарь, мы вот там пирожками закормим. И тем не менее, он говорит, я раб своих преданных, поэтому я всегда являюсь вот даршан своим преданным. Другое дело просто, до какой степени твое сердце готово, что ты увидишь. И поэтому, приходя в храм, мы не думаем, я пойду там на Кришну посмотрю, там типа. Какая красивая эта юбка. Кришна как топовая модель. Он все делает красиво. Все делает красиво. Это как, когда хотят показать дизайнер-кутюрье свою коллекцию, он же не берет там кофточки, он говорит, я должен найти какую-то девушку, которая является олицетворением моей мечты. И там какой-нибудь Жан-Пол Готье, они отбирают этих девушек. Не просто так эти девушки там, получают огромные средства. Ну, ты должна идти так, или ты должна смотреть так, ты должна... И он говорит, вот эта девушка, она может олицетворять мою коллекцию. Поэтому они берут самых дорогих моделей. Но поэтому мы говорим, Кришна, чтобы мы не приложили Кришне, все это станет прекрасным. Все приложительное Кришне, даже мы. Знаете, да, даже когда мы стоим рядом с Кришной, типа, мама, мама, что я буду делать? Ку! Типа, оранжевые штаны, видели? Мама, мама, как я буду жить? Ку! Мы так примерно киртаны и поем. Типа, ну что, по сути дела, представьте, там Кришна там, открывается алтарь глазами. Там, бум, пум-ква-ква, 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 пум-ква-ква. Засыпает, там. Кто-то там. Что там у нас в лахте происходит?
Ну, удивительная вещь, такие личности, как Ананда Мой, они очень непрестанно. Часть не меняющейся картинки. Персонаж может меняться так или иначе. В Марлезонском балете, но некоторые танцовщицы, некоторые прима-балерины, они вообще не меняются. Ну вот. Харе Кришна. Уже 9 часов, я думаю, что доза божественного надо ограничить, но так или иначе, подытожить то, что один сказал, что мир существует в уме, второй сказал, в чьем. Веды ответили, что все существует во вдохе и выдохе Махавишну. И все-таки мы являемся удивительной, им задуманной природой, Дживы Шакти. Мы задуманы им, и это столь великая милость того, что он нас создал. Он создал нас совершенно разных, потому что он постоянно разный. Мы все его частички. И при этом у нас как бы свои достаточно обыкновенные наши желания. Можно сложить в пирамиду Маслова там, или какую-нибудь там табличку потребителя, которая находится в любом пиар-офисе любого бренда, который продает жвачку Coca-Cola или там еще что-то. И все же, как Махапрабху говорит, Дживра Сварупа Хоти Нитья Кришна Дас. Поэтому, когда мы говорим о духовном знании, будь то Пураны или другие священные писания, которые описывают разные божественные явления, мы должны признать, что Кали-Юга – это удивительное время. Почему? Потому что в Кали-Югу сказано, что Санкиртана будет доступна удачливым душам. И мы с вами здесь, потому что Санкиртана, потому что наши гуру, потому что Махапрабху пришел, потому что иначе мы здесь бы не были. И нам кажется, что мир действует по собственной воле. На самом деле вовсе не так, потому что я объяснил Виджая Роману. Когда наш Гурудев сюда приехал, он сказал, что это будет самое процветающее место Петербурга. Ну, мы, конечно, похихихали там, да, там. У нас процветающее место Петербурга, многие годы здесь даже никто мусор не убирал, кроме нас. Но сейчас Виджая Роман показывает, мне говорит, видишь, тут уже Газпром вот так вот. Уже сейчас все вот пол-Лахты выгоняют, потому что здесь будет Газпром. Я говорю, давно пора выгнать пол-Лахты, потому что они живут рядом с храмом и не ходят сюда. Это первое. Второе, нужно понять такую вещь, пора навести порядок, Газпром наведет порядок. Ну вот. Но кому принадлежит Газпром? Кришне. И никто не сможет Кришну выгнать, если Кришна сам не захочет уйти. Но мы должны же всегда жить в страхе, что нас выгонит Газпром. Потому что мы должны ценить каждый день, мы должны ценить храм, мы должны переживать о Кришне, о служении. Да, и поэтому Кришна может также использовать Газпром, иначе бы не получалось так, что мусульмане, они там закрывали, разрушали храмы, преданные закапывали божества в землю. Часть таких великих храмов. Кришна уехал из Вриндавана в Джайпур. Кришна никогда не уезжает из Вриндавана, но божество Говиндаджи переехало в Джайпур. Почему? Там более искренние преданные. Поэтому Кришна как переходящее красное знамя. Это вовсе не значит, что он с нами вечно будет. Нам посчастливилось соприкоснуться с ним. Не думайте, что там все уже там можно ковырять носу и все. Дембель. Жду дембеля в своей комнате. Это как это? Вася, а что ты будешь делать, когда война кончится? Пойду на завод. Там. Все несколько не так. Чакудана дила джей джанме джанме прабхуцей. Из жизни в жизни. В Читании Чаритамриты вы увидите истории Сакши Гопал и других удивительных божеств. И этим брахманам было сказано, вы мои вечные спутники, но из жизни в жизнь. Поэтому преданный не боится рождаться в мире материи, он боится потерять Господа. Родиться и умереть не так страшно, как сказал Сократ, улыбаясь. Я делал это уже тысячи раз. Как засыпаем и просыпаемся каждый день. Каждый раз, погружаясь в сон, мы умираем, и каждый раз мы просыпаемся и рождаемся вновь.
все ли мы помним. Мы так боимся за нашу память. Но многие вещи совершенно незначительны. Ну, как, например, переживание, что мы когда-то писали штаны. Поэтому вы говорите, а буду я помнить, что я был в Петербурге, там, учился на пекаря? Нет. Когда ты пробудешься в духовном мире, это тебя не будет волновать, кем ты был миллионы жизней. Токарем, пекарем, животным, рыбой, птицей. Это сейчас никого не волнует из нас. Мы прожили миллионы жизней. Но то, что нас будет волновать, что откуда-то я знаю этого Кришну. И ты посмотришь на... Где-то я тебя... А это может быть кем угодно. Цветком, хомяком, пылинкой. Типа, мы знакомы? Он скажет, проходите, проходите дальше. Поэтому тот мир, который открывает нам двери сознания, это совершенно удивительный мир. И почему Кришна... Нужно понять такую вещь. Это тоже же лила, то, что сейчас происходит. Гуру лила, Махапрабху лила. Что где, это, если бы не было лилы Господа, явить себя в Петербурге. Когда храм открыт был, бенгальская газета написала «Ленин Махапрабху на on the Lenin food stamp». То есть на пороге города Ленина поселился Махапрабху. Потому что Ленин говорил «от каждого по возможностям, каждому по потребностям». А что мы говорим в храме? То же самое. Только мы говорим, у настоящего преданного нет потребностей. У него есть только потребность служить. Мы пришли сюда служить, мы пришли сюда отдать, а мы не пришли сюда взять, получить, поиметь. Тогда Кришна будет желанным объектом вожделения. Уж если что-то и заполучить с кого-то, то уж, наверное, с Бога получить все гарантии. Какие вы мне дадите гарантии? Бессмертие, богатство. Без сознания, конечно, все захотят такие гарантии, но это не идея бхакт. И поэтому гьяни или кармия, они не заходятся в категории преданных, они недостойны. Хотя они могут быть великими людьми, филантропами или великими учеными, но лишь Кришна говорит, я принимаю лишь преданных. И то, что мы еще получили некую информацию о Кришне, гьяну или там, мы совершаем какую-то деятельность, типа хорошую карму, это еще не, вовсе не значит, что мы открыли свое сердце Господу. К нашему сердцу еще долгий путь. Еще много, так сказать, еще много нам предстоит с вами пройти. Но нам не следует бояться испытаний. Следует бояться другого, как сказал Юлий Цезарь, он сказал, тот, кто не рискует, рискует больше всех. И поэтому есть история про лягушки, две лягушки, которые попали в ведро с молоком. Одна сказала, ну все, пипец, и утонула. А другая со всех сил двигала своими лапками, пока не сбила маленький кусочек масла, от которого оттолкнулась и выпрыгнула. Да? И суть этой сказки говорит, что любящий Господь, Он, может быть, и заставит нас немножко крутить лапками, но помнит, что результат этого будет некая опора. Как сказал Архимед, дайте мне точку опоры, я переверну мир. Опора – это вера. Если мы сможем с вами обрести веру и жить с этой верой, а вера всегда будет проходить через испытания, иначе, ну, понимаете, да, вера без испытаний, там, она не имеет никакого смысла, поэтому к нам придут испытания. Если к нам они еще не пришли, мы не готовы, значит. Но это не значит, что мы не будем проводить экзамена. Экзамен каждому будет. Жизнь, смерть, каждый пройдет через определенные испытания. Каждый должен будет оставить этот мир. Но Писания говорят, но то, что соприкоснется с Божественным, ты никогда не забудешь. Вот то, что ты обрел вечного, всегда останется с тобой. А временное, там, сколько у тебя было денег, или там... Было у тебя 5 детей, 10 детей, никого это не волнует. То, к чему мы так привязаны, там, родственники, друзья, там, любимые, все, мы ничего не помним в прошлой жизни, и слава Богу.
А вот божественное, оно останется. И это то, к чему мы должны с вами стремиться, то, о чем мы должны с вами думать. Да? Поэтому ведическая религия говорит, отделите мух от котлет, временное от вечного. Да, мы не могли бы без временного там построить этот храм, но теперь мы точно понимаем, спустя 20 лет, что храм – это не венецианская штукатурка. Столько много великих храмов стоят, но, как Шридхар Махарадж сказал, они как банки, которые сотворяют сокровища, но стоит только прийти и увидеть, что у них пустые кладовые. Вот. Вы будете в Ватикан, увидите, что ничего кроме Микеланджело там нету, не осталось. Но когда Сан-Франциско пришел к Папе Римскому, он пришел пешком, то в одной из церквей, где он остановился, там его комната, и там его кровать, и вместо подушки лежит камень. Туда приходит поклоняться францисканца. Столь великая личность пришла. И да, может быть, он не был состоятельным человеком, или, может быть, не был он, но был вдохновенным человеком, святой Франциск. Почему вдохновенный? Потому что он верил в то, что он делал. Так же мы с вами. Мы должны пытаться верить в то, что мы делаем, и делать то, что мы верим. Это очень важно. Как, если кто-то нам скажет, а, ты делаешь что-то несовершенно, то скажем, тогда я сниму свой брахманский шнур, я сниму свой кантимала, Натя, заберите. Кришна, забери. Ты глупец, ты не понимаешь, что тебе дали шанс. Да, ты можешь сказать, да, сегодня я несовершенен, но я буду стремиться, я буду молиться. Кришна не приходит как достижение, невозможно Кришну достичь. Кришна приходит как награда свыше. Любовь – это награда, это не… Мне положена любовь, дайте мне 300 грамм любви и побольше. Нет, нет, ты не понял, что такое бхакти. Ты будешь служить, как говорит Кришна в Бхагавадгите, ты будешь исполнять свой долг, но я тебе ничего не гарантирую. Но время от времени я буду награждать тебя. Но как только ты подумаешь, что я уже получил Кришну, я тут же исчезну. Поэтому все писания говорят, Господь, Он дает Божью благодать и тут же забирает. Так что, это не то, что, ой, там, что-то мантра перестала работать. Просто, как говорят у нас на Украине, на вашем рахунке нема грошей. Пополните счет. Харе Кришна. Джай Шри Гуру Махараджа ки джай.